премии «За духовное возрождение» и спецпремии президента деятелям культуры и искусства вручены накануне. На торжественной церемонии во Дворце Республики глава государства отметил: «Сберечь страну и передать ее свободной и независимой следующим поколениям – общая задача белорусов». Премия «За духовное возрождение» вручается уже 20 лет. За это время лауреатами стали сотни талантливых и преданных своему делу белорусов. По итогам прошлого года присуждены 5 премий «За духовное возрождение» и 10 спецпремий президента деятелям культуры и искусства. В числе обладателей – коллектив Белтелерадиокомпании за создание цикла имиджевых видеороликов о Беларуси. Регистрация на централизованное тестирование в Беларуси начнется 2 мая. Сроки вступительной кампании остаются прежними, однако изменяются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Абитуриенты смогут сдавать не 3, а 4 предмета на ЦТ. До 2 лет увеличивается срок действия сертификатов. Как отметили в Минобразовании, сертификаты прошлогоднего тестирования не будут действительны в 2017-м. Тем, кто уже закончил колледж или техникум при поступлении в ВУЗ по своей специальности, нужно будет сдавать только 2 профильных испытания, а не 3, как ранее. А вот выпускники педклассов, имея не ниже 8 баллов по профильным предметам, смогут стать студентами, пройдя лишь собеседование. В немецком Рупольдинге стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону. Сегодня на старт выйдут мужчины. За белорусскую сборную в эстафете побегут Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов и Владимир Чепелин. Начало гонки в 16:30. Всего на этом этапе состоится 6 гонок. 2 эстафеты, 2 спринта и 2 гонки преследования.